проводился конкурс среди ТОСов в рамках программы при поддержке Росатома, и были установлены в городе, в некоторых районах, спортивные современные площадки с экраном покрытия. Они пользуются достаточно большим спросом, сегодня пользуются среди там, ребят. Вот. Но пришло время, стойки, значит, у этих спортивных сооружений стали расшатываться. Это очень опасно для занятий детей. Жители писали письмо в администрацию с просьбой решить данную проблему. Пришел ответ, то, что данная спортивная площадка не стоит на балансе города. Но ничто не указано, как дальше быть, что делать жителям. Эта ситуация очень серьезная, поэтому я думаю, что это не единичный случай. Такие случаи, наверное, будут и в других районах. Поэтому скажите, что делать. Здесь, наверное, вы прекрасно понимаете, что распоряжаемся мы бюджетными средствами, соответственно, и можем их тратить только на те цели, которые предусмотрены уставом учреждения, ну, соответственно, той там недвижимостью, так сказать, теми площадками, которые нам переданы на обслуживание. В данном случае, конечно, все жители этого города, возможно, привлечение каких-то спонсорских средств, но я думаю, этот вопрос решим. К сожалению, были случаи с гибелью детей на территории Саратовской области. Такая работа сегодня проводится, все площадки как-то инвентаризированы. Мы находим собственников этих площадок и, соответственно, ставят этим пунктом управления имуществом, занимается определение баланса держателя этой площадки для того, чтобы у нее был собственник. Надеюсь, до конца года мы эту работу доведем, и у нас уже не будет вот этих бесхозных объектов, за каждым объектом будет закреплено какое-то юридическое лицо, которое будет нести за нее полностью ответственность. А по поводу той площадки, которую вы обозначили, посмотрим, наверное, все решения. Спасибо.